Ведь правда же? Ведь правда же ни у кого не зазвонит. Добрый вечер и добрый день. Это программа. Нынешняя администрация в Белом доме крайне важно сохранить вот это состояние конфронтации с Россией, потому что это дает поле для агрессивной риторики, в которой преуспевает Маккейн. Поэтому в борьбе с Обамой Белый дом готов пойти на продолжение конфронтации с Россией, несмотря на то, что это прямо противоречит а. интересам их союзников в НАТО, б. самим интересам самих же Соединенных Штатов. Если вдруг, вот я ошибусь, и в декабре произойдет принятие Грузии, Украины в состав альянса в виде, ну, скажем, стран-кандидатов, то, конечно, наши натовские коллеги должны будут понимать, что вот такого даже прохладного мира не будет, сотрудничества не будет. И они это понимают, потому что есть все-таки в мировой политике красные линии, за которые нельзя переступать. Это зона наших крайне важных национальных интересов. И вступление Украины и Грузии в НАТО не прибавит безопасности ни Украине, ни Грузии, ни НАТО, ни России. И трезвые люди на это никогда не пойдут. Если вдруг что-то не так, так мы...